В музее гражданской авиации состоялась церемония вступления в Лигу юных авиаторов. Данная традиция зародилась еще 50 лет назад, но в начале 90-х была забыта. В рамках Международного авиатранспортного форума глава региона Сергей Морозов выступил с инициативой ее возрождения. Это станет для вас не просто ярким событием, ярким праздником, но и событием, предопределившим дальнейшую судьбу. Событием, которое по-настоящему крепко свяжет вашу мечту и вашу реальность. Добрый путь к взлету, мы все с вами готовы. Ульяновских ребят посвящали в юные авиаторы знаменитые летчики СССР и России. Планируется, что церемония вступления в Лигу будет проводиться ежегодно. Также в рамках мероприятия состоялась церемония вручения премии «К взлету готов». Ей были отмечены талантливые представители нового поколения авиаторов. Это Павел Скрипачев, Эмиль Салимов, Дмитрий Черников, Андрей Петров и Илья Сабахитов.